Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Слушайте тишину. Ритм современной жизни постоянно толкает нас вперед, не позволяя сделать малейшие паузы, чтобы спокойно обдумать свои действия. Даже минутка отдыха или промедления кажется недопустимой, а стремление к тишине и спокойствию кажется чем-то недопустимым и даже неправильным. А между тем, каждому человеку нужно время, чтобы собраться силами и напитаться энергией. Именно сегодня Вселенная говорит вам: сделайте паузу, расслабьтесь и восстановите силы. Тишина подарит умиротворение. Излишняя спешка выматывает вас, подобно марафону, высасывая силы и лишая энергии. Если вы всегда будете жить в подобном темпе, достичь значимых результатов вряд ли удастся. Чтобы наполниться энергией и обрести желаемые возможности, необходимо периодически снижать темп жизни, делать паузы, без которых риск выгорания крайне. Оставьте ненадолго суету и снизьте активность. Позвольте этому дню дать вам столь необходимый отдых. Расслабленность и неторопливость поможет обнаружить скрытые таланты, получить больше возможностей для самореализации. Вы научитесь любить и ценить каждый миг прожитой жизни. Станете меньше нервничать из-за событий, на которые не можете повлиять. Успокойте свой разум и душу. Вы получите все, к чему стремитесь. Когда вы спокойны и испытываете умиротворение, происходит обновление организма, тело наполняется энергией и силой, активируются внутренние резервы, пробуждаются способности, о которых вы даже не подозревали. Усильте эту особенность медитации, погружением в себя, самопознанием. Спокойная, пассивная энергия дня усилит интуицию и позволит навсегда навести порядок в собственном сознании. Чтобы помочь себе расслабиться, побудьте в одиночестве, прогуляйтесь по парку, позвольте мыслям неспешно формироваться в вашей голове, наблюдая за всем словно со стороны. На протяжении дня сохраняйте позитив, будьте доброжелательны по отношению к окружающим, найдите время, чтобы заняться тем, что вам действительно по душе. Обязательно делайте паузы, чтобы ощутить тишину и покой в своей душе. Это поможет обрести душевный баланс. Вы почувствуете желание жить и двигаться дальше. Освободите себя, и вы обретете внутреннюю гармонию. Наполнитесь мудростью. Этот день лучше всего посвятить спокойным и неразмеренным размышлениям, направленным на самосовершенствование и саморазвитие, а также созерцанию. Сделайте паузу, и день наполнит вас силой. Отложите все дела и проведите этот день так, чтобы обрести внутреннее спокойствие, ведь без этого ощущения вы не сможете стать по-настоящему счастливыми. Позвольте этому волшебному спокойному дню сотворить для вас настоящее чудо. Расслабьтесь и почувствуйте, как напряжение покидает ваше тело, оставляя взамен силы и энергию. Теперь вы способны творить самые настоящие чудеса, поскольку этот волшебный день открыл для вас множество новых возможностей. Чтобы усилить энергетические потоки, которые окружают вас сегодня, и привлечь их к себе на протяжении дня, произнесите волшебную фразу: «Я испытываю спокойствие и радость. Мир обнимает меня». Проговорю один раз. Она поможет ощутить гармонию и почувствовать, что Вселенная помогает вам во всех начинаниях. Проживите этот день спокойствия и умиротворения, и пусть в вашей душе воцарится свет. Примите мои пожелания добра и процветания.